7 ноября на площади Куйбышева в Самаре состоится 14-й парад памяти, в котором примут участие более 7,5 тысяч человек из всех регионов России и 25 стран, представители силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, кадетских классов, военных учебных заведений, юноармейских отрядов. Впервые пройдет техника времен Великой Отечественной войны. Также в программе встречи почетных гостей и участников парада с ветеранами, церемония возложения цветов к памятному знаку памяти парада 7 ноября 1941 года, выставка техники. Здесь все участники смогут не только окунуться в эти исторические площадки, увидеть эту технику, но в том числе, конечно, ознакомиться, погрузиться в историю. Будет патриотический концерт, будет полевая кухня. Для всех жителей, для всех гостей города вход и участие в параде всегда является свободным. Для нас это важно. Единственное, конечно, прохождение само. Оно регламентируется, не нужно брать никаких запрещенных предметов, максимально стараться одеться тепло, но будет бесплатный чай, будут, естественно, да, возможность увидеть и как можно ближе познакомиться со всеми регионами, которые приезжают к нам и привозят свои лучшие из лучших парадных расчетов.